Приветствую, друзья! Это Анатомка, канал Здравого смысла. Тема сегодняшнего урока – наружная запирательная мышца – Musculus obturatorius externus. Данная мышца имеет форму неправильного треугольника и, как мы видим с вами, начинается от запирательной мембраны и костного края, так называемого запирательного отверстия. Берет оно начало от запирательного отверстия. Сейчас мы покрутим ее своей широкой частью. Затем мышечные пучки, верообразно сходясь, переходят в сухожильную часть. Сзади, как мы можем увидеть, мышца прилегает к задней поверхности суставной капсулы тазобедренного сустава. Мышцы, вернее, мышечные волокна и сухожильная часть стремятся к вертельной ямке и крепится рядом с одноименной внутренней мышцей. Урок об этой мышце уже есть на канале Анатомка. Что касается функций наружной запирательной мышцы. Конечно же, речь идет о наружной ротации бедра. Обратите внимание на это движение. Подписывайтесь на канал Анатомка, ставьте лайки, комментируйте и помните, учение – свет.